Ну а сегодня в Чебоксарах и в ряде районов республики выпал первый, но не последний до конца недели снег. По прогнозам, осадки продолжатся до выходных, а столбик термометра будет опускаться все ниже. По прогнозу гидрометцентра, за следующие двое суток в Чебоксарах может выпасть до 12 миллиметров осадков. С учетом того, что еще не все автомобилисты сменили резину на зимнюю, сайт «Погода21.ру» прогнозирует в четверг, 31 октября, так называемый день жестянщика. Множество мелких аварий из-за скользких дорог. В ночь на пятницу в республику могут прийти по-настоящему зимние морозы до минус 13 градусов.